Все. Ну давай, расскажи что-нибудь. Ну где ты, расскажи, что ты видишь? Мы стоим возле Вестминстера. Вообще-то это не Вестминстер. Ну они просто спешили к нашему приезду, но не успели все почистить. Телефон? Это не телефон, это вода. Он уже три раза падал за это путешествие. Да, Антон решил сегодня его не ранить. Все такими темпами статьи, что надо посмотреть, что не надо смотреть. И вот у нас длительный маршрут предстоит сегодня. Что, домик красивый, сблизи. Замочек. Маленьких замочков встречали. Да. Интересно. Посмотрим. Да ничего. Пью. Позавтракали овсянкой. Да не, пиво не хочу. Слава богу, я тоже. Позавтракали овсянкой. Физически. Скажи, что там? Не, Eagle Eye, это типа, или London Eye. London Eye. Обзорное колесо. Ну, говорят, оно унылое, тут дорогое. Куча таких этого. До Лондона добраться 100 футов. Боялись мы за метро, ну что по рассказам там фиг разберешься. Но после нью-йоркского метро, вообще на любой транспорт. А здесь мы платим... Мы, короче, купили карточку, которая снимаются деньги за каждую поездку, но не больше, чем 7 фунтов в день. Это, в принципе, оно то как бы, если много ездишь, выгодно. Но это только на метро. И еще за карточку 5 фунтов заплатили. Карточка 5 фунтов, не день 6,60. Карточка, что 6,60? Ну, день 6,60 стоит. Почти 7, да. Плюс карточка 5. Да, ну нормально. Так, ладно, мы пошли дальше. Ну все. Останавливаем. Любуйтесь Биг Беном. Поехали. Включила? Да. А теперь спроси меня, что это? Тут Биг Бен, ну... Что, ты не... Привет. Снимаешь? Мы нашли классную локацию для съемки Вестминстер. Давай еще раз. Сначала. Давай. Судя по компасу, как раз там будет закат, поэтому попробуем вечером приехать и делать классную фоточку. Несмотря на то, что... Не знаю, будет видно? Видно что-то? Ну, так себе. Ну, ничего, потом. Видно мост. Как дела? Как дела? Это ты мне? Ну где у кого? Кто мне? Телефон ответит. Ну, давай. Как летать Рейнейром с ручной кладью? Да, это нужный лайфхак. Да. Короче, мы же специально. А потом когда мы пришли на гейт, перед самой регистрацией, внезапно мне на рюкзак вешают такой байду. Ну, это лодчик. Я спрашиваю, а надо на второй? Говорит, не, второй нормально, он на Алёнин. Хотя они, в принципе, оба большие у нас, поэтому я ничего не заподозрил. А потом, когда мы стояли в очереди, я еще писал, что стоим в очереди, ждем, там куча людей. И потом Алёна увидела, что те, у кого эта байда на рюкзаке, их заворачивают, забирают их перед самолетом, рюкзаки, багаж. А мы как раз все сложили, фотоаппараты, все, мой рюкзак. То есть его, как бы, он даже, так скажем, его и ложить опасно. Если его где-то кинуть, то это полный трэш будет. Ну и спускаясь перед трапа с рукава на посадку, я судорожно срываю эту штуку, кладу себе в карман. Ты скажи, что жена, ну, да, Алена... что жена увидела и сказала, снимай. Да, если снимаю, ложу рукав, иду в карман, иду на морозе, получается, прохожу, все нормально. Потом в правилах дочитался, оказывается, в Ренейре только первые 90 багажей большая ручная кладь кладется в самолет.
И для этого, то есть ты должен купить priority pass себе, и тогда твой багаж кладут, ну, как обычную ручную кладь вовнутрь. Все остальные должны ложить, сдавать ее как, ну, багажник. В общем, так что такая фигня. Посмотрим, у нас еще много Ryanair предстоит. Будем думать, как с этим дальше бороться, но хоть мы уже знаем. Желтые штуки лучше. Не просто так, если там что-то вешают, надо читать. Вообще читайте все, что написано. Там посадочный талон, такая вот распечатка. Там все было написано, просто очень много текста я не смотрел. 90 этих мест написано, размеры написаны. Так. Покажи тауэр. Тауэр, он большой. Тауэр бридж покажи. А вон там пирамида. Снимаешь? В лондонском метро. Здесь интересные вагоны, как один-один длинный-длинный такой рукав. Сейчас покажу. Я думаю, там плохо видно. Скажем так, вот Нью-Йорк это такой даун-левел. Потом Берлин, там, в принципе, в целом классно. А Лондон круто. Потому что Галина вообще, вот он еще больше в Нью-Йорк. А Лондон, в Лондоне классное метро, удобное, понятное все. Сотрудники метро сами не знают. Метро, не отмечаешься. А потом при выходе ты должен все равно карточкой отметиться, потому что там уже турникеты будут стоять. Так вот, если ты не отметился при входе, то при выходе тебе снимают самый максимальный тариф – 9 фунтов. Вот на самом деле Вестминстерское аббатство. Сейчас она увидит. Скажи, что это такое? Мы на Лиденхолл Маркет. Гарри Поттера. Всего Гарри Поттера снимали? Нет. А что снимали? Типа его палочку он покупал. Это же мы снимали там где-то. Что-что? Где-то вот там. Пошли искать палочку? Пошли искать палочку.